Да не так нечестно, вы меня зажали! Ого! Да пацаны, это нечестно! Да хорош! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Тим Куёка, Дизи, Серега, Радекс, Редиска. Пацаны, поздравайтесь! Всем приветики, омлетики! Будем гонять. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и у нас не было рубрики очень давно. Это режим дерби. Будем выживать на машинах, врезаться и угорать. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Да блин, пацаны, чего против меня все? Блин, у меня же машина чихает. Господи, движок застучал. Вы что так быстро? Да отвали, Серега, им скажи. У меня машина пердит уже, чихает. Таксист вонючий. Да какой таксист? Ты вонючий таксист. На, а, это не ты. А, я тебя вижу, Серега, я тебя вижу. А, я ему прям зарядил. На. Так, надо валить с этого движухи, потому что пацаны меня нак... Ох, красиво! Ой, красиво, газуй, 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 родная, газуй! Я уклонился! Так, надо валить, надо просто наваливать вот так вдоль стеночки. Ай, блин, врезаюсь в стенки! Да тихо, машина! У меня с колесом что-то не то. Оно как будто болтается у меня. Тебе его уже пробили. Кстати, Серега, мне нравится, что эти машины очень классно разбиваются. Можно кольцо оторвать. Можно подвеску поломать. Эй, отвали. Ты не умеешь ездить, и не надо. Ого, они там врезаются, ребята. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, от первого лица очень вообще круто смотрится это все дело у нас. Кстати, кто хочет засняться, как и мы, то заходите на сервер Димаса в Дискорд. Да, на ссылочка на Дискорд в описании. Вот человек зашел в наш Дискорд и записывает. Так что, ребята, хотите попадать, вы знаете, что делать. Ух, это было рядом, ребята. Что значит, есть реально права у меня в реальной жизни, и я косячу, как и все. Отлично, стоим, прогреваем движок, колесо свесили. Блин, у меня машина шипит уже. Поверь, у меня тоже шипит. Ой, пацаны, перевернулся зеленый. А как ты стал на колеса? А перевернул. Вот это красиво, ребята, я встал. У меня одно колесо вообще провалилось. Ты по старту? Давай, 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 заезжай, заезжай ко мне. Ты не сможешь заехать. Что значит тяжелая была мощная машина? Давай, 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 переворачивай, есть. Что за брейк? Я тоже, тоже хочу. Все, пацаны, а как ты переворачиваешься? Влево-вправо нажимать просто? Ого, они там врезаются. Это трындец какой-то. Одно колесо провалилось. Так, а где Серега? Вот Серега, вот это удар был, лоб в лоб. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто же выиграет? Конечно же, режим крысы, да, Серега? А я не могу сдвинуться, у меня машина стоит на месте. А не, мужикам уже начало, машина горит. А не, едет, 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 я еще на ходу. Отлично, отлично. Ребята, смотрите ролик до конца, потому что следующее дерби у нас будет на грузовиках. Это будет вообще сильно. На автобусах, то какую можно будет машину? Ну, будет тяжелая техника. Ну что, кто ко мне сюда заедет? Сыте? Секунду, сейчас я к Диме заеду. Давай, 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 давай. Я тебя жду. О, еще один перевернулся. О, эй! Нет! Есть, есть, я стою, я стою, я стою. Нет, я не буду падать. Я не буду падать. Есть меня, давайте, пацаны. Есть, есть, есть. Я висю на соплях. Каким-то образом, каким-то чудом. Я не знаю, как это происходит. Физика сегодня, ребята, на моей стороне. О, тварь! Тварь скинул! Нет! Блин, у меня такая нычка была крестятническая. Наваливаем, наваливаем. Ох, блин, на Серегу. У меня движок загорелся. Нет, 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 нет. А Серега, у тебя горит движок? Нет. А что так-то? Да нечестно, ты меня свесил колеса. Я не могу ничего сделать, ребята. Давай, да не надо. Ну, Серега, скажи, что я хороший. Ого, вот это удар был. Все, я встал. Моя машина не рухомая. Дима проиграл. Нет, еще, может, заведусь как-то? Не.
Ой-ой-ой-ой-ой. А может заведусь как-то? Нет. О, спасибо. О, завелась толкача. Толкнули, а нет, 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 нет. А чё у меня получается самая конченная машина оказалась? Нет. Ты довольно-таки долго держался. У меня 20 секунд. Эй. Я машина еле как едет. Ну давай, давай, родная, ну. У меня 12 километров в час едет тачка. Блин, у меня можно шашлыки жарить, не надо никому шашлыки. Я тоже можно жарить. Да как это вы ездите, а я нет? Что за бред? Это же нечестно. У тебя 12. Я вообще 10 километров в час еду максимум. О, спасибо, спасибо. О! На тебе. Дим, ты проиграл. Я знаю. Садись ко мне, либо ко мне. Серега, я к тебе сажусь. А нет, это не ты, это не ты. Мне кажется, я тоже проиграл. А я не вижу этого. А он уже не, он же поломанный, Серега, можешь не бить его. Это тоже, что ли? Дима, знаешь, какая тактика у меня была? Тактика крысы? Не лезь это в свое дело. Так, все, я свою машину удалил даже, потому что она уже не работает. Вон последний. Вон последний. Бум! Серега, как так-то? У тебя машина не дымит, ничего. Не знаю. Может, ты себе жизни добавил? Нет, вообще не добавил. А я смотрю, в свойствах ничего не изменено. А тут нельзя жизни добавить, на самом деле. О, колесо тебе разломалось. Да, а нет, нет. Нормально. Подпердывай, да, теперь у тебя машинка, я вижу. Давайте от первого лица посмотрим, как Серега ездит. А все, он встал. А ты обратил внимание, что в салоне так мало места, что мы с тобой, считай, друг на друге сидим? Ого, ты псих. Ты что это за бульдозер у тебя, Серега? Ну что, ты, Серега, выиграл один? Да. Ну что, вы готовы? Вау. Три, два, один. Битва началась. Ну что, сегодня будем, ребята, как всегда, ехать по крысу. На крысу. А кто-то за мной уже увязался. Отвали. Зеленый, отстань. Она так управляется парахитным, эта машина? Да все машины парахитным управляются. А чем мы по кругу ездим? Каравай, карусь, каравай. Карусь. Кого хочешь, выбирай. Или карусель. Кому как удобно. Отвали. А все за мной, а я валю, ребята, от вас. Ну, у вас ментовский разворот, конечно же, мы профессионалы в своем деле. Отвали, ха-ха-ха, я уклонился. Эй, зеленый, я не буду тебе давать. Ух, ну. Серега, это ты на зеленый, да? Нет, это я. Оранжевый фиолетовый у меня, оранжевый фиолетовый. Ага, понял, понял. Хорошо, сваливаем потихоньку. О, я вижу Серегу, я вижу Серегу. На зеленого. Чпонь, аккуратненько. Нет, это ты, у тебя не получится. Я в этот раз буду очень осторожно ездить. Получится. Не-не-не-не. Ух ты! Вот это. О! А, меня убили. Стойте, стойте, у меня было мало жизни. Сажусь в свой грузовик назад, он еще рабочий, только не тараньте, это будет нечестно. А теперь честно. Вали, 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 Димка! О, сигнал на аж. Прикольно. Громкий сигнал. Ух ты, спасибо тебе, розовом. На тебе. Так, шлифуй, шлифуй, шлифуй. Ух, ты тоже на зеленой машине продул. А у кого сейчас впереди тачка? У всех. Бум. Удар, вот это удар. Стою, стою, ничего не делаю специально. Так. Газуй, газуй, газуй. Нет, 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 так не работает. Это так не работает. Я сегодня очень кстати, умно. Кстати, у КамАЗов, походу, гораздо больше ХП, чем у Да, это правда, кстати. Ого, ты меня тащишь. Да нет, так нечестно, вы меня зажали. Ого. Да, пацаны, это нечестно. Да хорош. Смотрите, что наделали. Держите Диву, я сейчас... Эй, у меня машина в размерах уменьшается. Вы сейчас плюсь, не те. О, спасибо! Спасибо тебе! Нет. Спасибо, газуй! Серега летит, псих! Ну! За Димку бьюсь. За Димку и двор стреляю в упор. Красиво. О, у меня что-то колесо переднее немножко плохо работает уже. Ой, спасибо, спасибо, что выручил. Ну, блин, че? На здоровье, обращайся. А че у него еще не пердит тачка? А сейчас все будет. Он уже кого-то подпердывает, у зеленого. А у меня чё не подпердывает?
Сережа, я еду за тобой. А я по другому. Бу. Ну, конечно, удар такой не бум, а... Блин, так колеса долго, да, выворачиваются? Аж непривычно. Да. Кстати, да. Ну чё все КамАЗы взяли? Я один не на КамАЗе, кстати. Ты на авто... Ты на... Ну что, пацаны, я как всегда в своей нычке, чтобы меня никто не трогал. Морда свесилась, и стоим, прогреваем движок. Завыть! Я застрял, я не могу теперь выехать. Спасибо, что подтолкнул, только зря ты это сделал. Так, висим, нависим. Блин, даже забыл, что морда висит так себе, не очень. Хорошо, висим, висим. Так, вот так, вот все отлично. Главное, что у меня движок в целости и сохранности. Отлично, отлично. Ладно, будем выезжать Серегу таращить. Надо Серегу сегодня разломать. Потому что он уже выиграл одну гонку, надо его победить за это. Сережа, я тебя вижу. Я еду за тобой. Только у меня пока колеса выкрутятся, я уже постарею. Бум зеленого, красиво. А, помогите мне, ура. Бум. Ну че, автобус? Ты же не такой модный. Бум, Серега. О, Сереги уже подпердывает автобус. Ой, КамАЗик. Есть такое. Так, надо тебе дать. У тебя дым уже идет, да, с движка? Ой-ой-ой. У всех идет. Ой-ой-ой-ой. Догоняем Серегу. Давайте все Серегу. Да не меня. Диму. Да не надо меня. Я же как бы ну то. Все. Я еще не пердит. И у меня еще не пердит. У меня подпердывает. Так, я знаю, что надо сделать, чтобы Серегу выиграть. Автобус. Ну, автобус. Бай. Так, разгоняемся, чтобы кого-то сильно врезаться. Мы это сделаем. Давайте, пацаны, я держу Серегу. А я тебе не дам. Да, смотри, 60 километров разогнался. Хорош, хорош. Не-не-не-не-не. То можно мне переключить? Я вторую скорость тоже. Ой, спасибо. Ой. Спасибо. Чё, один челик выбыл на военном грузовике. Все, поломался? Да. Оказался самым слабым. Ну все, ты выбыл. Ну да, не надо было удалять. Потому что я заново. Я его надамажу, при том же так. Ну да, уже не по-честному. Бум. А где Серега? Где Серега? Вижу Серегу, вижу. Он за мной едет. На тебе, Дима. Да дай выехать. Нет. Бум тебе за это. Вот это мощный удар был у Сереги. Я за Диму, а ты... У Сереги... А, еще думал, у Сереги уже скоро загорится движок. Бум. У меня хп мало. Не-не, ну ладно, если хп потратил, ладно, чтобы машина целая была. Если что, заново сядешь. Я уже тоже был умирал. О, у меня движок затарахтел. Автобус дым уже идет. И горит движок. А у меня сзади движок? Да, у автобусов всегда сзади. Бум, Серега. Бум! Ай, промахнулся. Серега, что ты делаешь? На тебе за это. Я хп восстанавливал себе, чтобы не сдохнуть. Тебе прикольно сбили, мне понравилось. Да я видел. Я его сейчас собью еще раз, блин, хотел сбить. Не убить. Нет, Серега, это не так не работает. Я Сереге уеду. Так, едем за Серегой, я его хвост вижу. А чё сразу за мной, а другие чё? Бум, вдвоем вас, двоих загорнул. Это мощь. Я еле живой. Это, ой. Я еле как живой. Давай, Серегу. Вы задолбали. Бум. Заталкивай его в мусорку туда, чтобы он не выехал. Спасибо. А, блин, стол врезался. Ну ничего, сейчас все будет. Сережа. Ребята, ну вы задолбали на меня всех. Бум! Это нечестно. Как нечестно? А меня как вы задамажили? Я тебя не дамажил, я тебя наоборот. А я тебя дамажил. Говню. Ух ты! Может потом мы как-то гонки запишем на грузовиках? Было бы прикольно. Смотрите, меня Дима валит, потому что я сейчас опять выиграю снова на один. Я хочу, чтобы ты проиграл. Тебе нельзя выигрывать в этот раз никак. На тебе, Дима. Ого, там сбили кого-то. Диск уже десятый раз убивает. Он пытается залезть в Димасу. Я ему скажу,
Я уже сижу у Димаса. Врезался Серега в стол. Я затормозил. О, все, автобус умер, пацаны. Автобус, все. Уже двое игроков отсеялось. Так, вижу Серегу. Разгоняемся максимально сильно. Бум! Есть! У Сереги огонь пошел с движка, не? Нет. Нет, всегда твой хвост, мне кажется, что идет уже огонек. Огонек. Обман зрения. Да вы задолбали все на меня. Дукс. Дудукс. Твои не выпотипи. Там давай, Серега, дави. Смотри, я задним ходом тебя выталкиваю. Давай, Серега, прям сзади. Там только снизу видно, идет огонь или же нет. Все, я в стол врезался, это ж надо ума. Сережа, на тебе. Так, догоняем Серегу. Надо реально врезаться очень сильно, чтобы увидеть. Ну, грузовик реально мощный, Макар. Хорошо, что я его... Ах, ты что ж ты, ума! Тима опять регистрирует. Не надо выходить с машины. Он же выходит с машины каждые 5 секунд. Блин, пацаны, мне кажется, я сейчас умру. Я хочу просто в тесте. Зеленый КамАЗ умер. Сай, хочешь прикол? У тебя горит тачка. Да, Серега, у тебя огонь уже. Ого, я включаю. Огонь? Да. Нет, у меня она кряхтит. Дим, у тебя тоже уже... У меня тоже огонь. Серега, возьми камеру и посмотри вниз. Под дно, ну прям на дно. Ты, блин, я это... вижу, у тебя огонь. Так это моя вот эта. А у меня горит, а у Сереги не горит. Я вижу, что не горит у него. Давай, нахи. Ты 60 жизни тоже тратишь. Да мне пофиг, у тебя больше не идет. На тебе. Блин, это печально, что я проиграю. Так, сейчас, мы будем Серегу ловить. Надо один удар сильный сделать. И тогда проиграю, блин, сразу. Меня бесит, она глохнуть начинает у меня потихоньку. Именно знаешь? Подглыхай, да? На, есть попи шерсть. А как я тут? Все, забыл? Все, да. Все, я. Нет, я еду, я завелся. Отлично, ребята. Ну что, Сережечка? Мимо меня. Настрой осталось, да? Да. Нет. Вали. А да, Серега, я разгоняю Серегу в лоб. Что будет, то будет. Бу! Ну что? Все, заглох. Заглох? Да. Че, реально я проиграл? Опять? Ну, Серега, ну я не хотел так проигрывать. Да, чё, я проиграл. Он загорелся. Ну что, ребята, битва. Кто же выиграет? Серега, может, ты выиграешь все-таки в этот раз? Все, заглох? Да, он тоже заглох, смотри. Да ладно! Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Серега, поджигай! Ого, это было мощно.